Все мы знаем, что угольную пыль и крошку невозможно сжигать в котлах. Эта проблема легко решается с помощью технологии брикетирования. Наша валковая установка брикетирования позволяет получить топливные брикеты округлой формы, форма подушка, из угольной пыли и крошки. Все вращающиеся передачи и детали закрыты корпусом. Это обеспечивает безопасность оператора во время работы. В описании к видео мы оставили для вас ссылку на презентацию установки брикетирования, где более подробно рассказано о технических характеристиках нашей установки. Итак, мы запустили установку брикетирования и получили топливные брикеты. Чем же хороши брикеты из угля? Они хорошо переносят транспортировку и хранение, имеют большую теплоотдачу, прогорают полностью не спекаясь, а распадаясь золу. Они обеспечивают постоянную температуру на протяжении горения, а также чистоту. Теперь в помещении могут храниться брикеты, занимая при этом меньше площади и не загрязняя склад. Хотите получить более подробную консультацию наших специалистов? Звоните или оставляйте заявку на сайте.